Привет! Подписывайся и ставь колокольчик, не пропусти все самое интересное. Сегодня речь пойдет о товарах для летней рыбалки. Из способа добычи пропитания рыбалка постепенно превратилась в вид отдыха, с приятным бонусом в виде пищи, которую добытчик приносит домой. То самое совмещение приятного с полезным. Наш долг – найти для вас лучшие товары для этого занятия, чтобы оно стало максимально комфортным и результативным. Сезон вовсю идет. И если вы по какой-то причине не обзавелись аксессуарами для рыбалки и не провели тихий вечер на берегу озера, то это самое время приступить. С нас список лучших товаров со ссылками, а с вас – результаты ваших уловов в комментариях. Начнем с самого главного. Без лишних слов, это, пожалуй, лучшее, что можно найти на этом сайте. Вы только посмотрите на оценку, безупречно. В комментариях отмечают отличное качество сборки, великолепные материалы и высокую эргономичность. Удочка представлена в вариантах как для простой рыбалки, так и с креплением для катушки для любителей спиннинга. Также имеются разные цветовые решения, и даже вариант с использованием дерева. Надо брать себе и в подарок. У нас такая стоит в разы дороже. Катушка для спиннинга. От того же производителя, с тем же высочайшим уровнем качества. Широкий выбор удовлетворит любые потребности. Надежные механизмы и качественные материалы только положительно сказываются на сроке службы катушки. Отлично подходит к удочкам, которые мы рассматривали только что. Так что рекомендуем брать сразу комплектом. Ну и куда рыбаку без лески? Но это не простая леска. Это ультратонкий плетеный шнур в специальном гладком покрытии. Сделан из высококачественных материалов. Не гнется, не выцветает. Легко тонет, а не плавает на поверхности воды, как обычная леска. Чрезвычайно прочная на разрыв. Каждый рыбак когда-нибудь терял свой улов из-за того, что леска рвалась. Не очень приятно, согласитесь. Эта леска намного прочнее. Порадуйте себя самым лучшим. Если с удочкой и катушкой все просто, то приманка – очень разнообразный аксессуар. Начнем рассмотрение с этих силиконовых приманок. Широкий выбор как в цветах, так и в размерах. Есть даже со светоотражающими блестками. Найдется вариант для самой привередливой рыбы. А такой приманки вы, вероятно, и не видели. Благодаря ее своеобразной форме, она двигается в воде как настоящая рыба. Что только не придумают. Считаем, что это наилучший вариант для крупной хищной рыбы. Огромный выбор форм и раскраса приманки позволит подобрать ее под любую рыбу, которую вы собираетесь ловить. Отличный подарок для любителя рыбалки, который точно его удивит и порадует. Стандартный воблер. Нестареющая классика. С ним знакомы рыбаки по всему миру. Хорошее качество и стойкая краска. Рекомендуется к покупке.
А это, милые воблеры-малыши. Порадуйте рыбу перед уловом. Стандартные приманки ложки. Элементарно и эффективно. Радует разнообразие размеров и цветов. Выбирайте. Мы подобрали для вас лучшие товары этой тематики. С ними рыбалка будет намного комфортнее и приятней. Но главное в рыбалке – терпение. Его, увы, не купить. Не забудьте рассказать в комментариях о своем самом большом улове. Мы будем рады вашим успехам. Ни хвоста, ни чешуи. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. Впереди все самое интересное.